Власти Перу объявили режим ЧП после того, как акция протеста против строительства шахты для добычи меди переросла в столкновение с полицией. По последним данным, 4 человека погибли, еще 22 получили ранения. Режим ЧП продлится 30 дней. Местные жители требовали переместить комплекс в другое место. Активисты уверены, шахта нанесет заметный вред окружающей среде.